В детский садик не должен закупать коньяк. Твой директор не должен быть судимостью. Но, как говорят юристы, если тебе не нравится закон, у тебя только один выход. Да? Как вы конкурируете друг с другом? За пределами Садового кольца умных людей нет. Вот так надо в карты играть. Вы неправильно водку пьете. Спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе. Доброго дня, спасибо, что пригласили. Значит, давайте начнем сначала. Как помните, у Макаревича, ты помнишь, как все начиналось? Все было? Впервые и вновь. И вновь, да. Мы очень давно в этом процессе, практически изначально в процессе организации закупок в системе госзаказа. С чего все началось? Ну, началось с того, что Кузьмин объявил, что меня назначили директором агентства. Да. Давно это было. Тогда Рустам Нургалеевич определил несколько задач. Главная задача называлась прозрачность. И я, знаете, даже похвастаюсь, где-то года до 10-го, до 11-го, 2010-2011, все, что происходило в этой области, в Российской Федерации, ну, все выходило из Татарстана. Это то, что генерировалось в Татарстане. И первый единый сайт, и первый реестр заказчиков, и первый реестр контрактов, и первая электронная площадка. Никогда не забуду, как дата наша памятная, 24 июня 2004 года. Рустам Нургалеевич был у нас в кабинете в агентстве, и мы ему показывали, тогда еще не было вот панелей. Мы на компьютере. Через эпидиоскоп, через фильмоскоп на стенку мы транслировали первый электронный редукцион. Тогда еще и термина не было, аукцион в электронной форме, потому что Гражданский кодекс говорил, что по аукциону побеждает тот, кто даст большую цену. А у нас задача была, чтобы победил тот, кто даст меньшую цену на закупке. И тогда родились те первые документы, которые потом... Родилось 617-е постановление Кабмина Татарстана, родилось распоряжение 12-14 Кабмина Татарстана о перечне продукции закупаемой. И это все потом легло в основу 94-го закона, потому что когда в 2005 году делали 94-й закон и обратились к региональной практике, то такая практика была только в Татарстане. И фактически 94-й закон – это калька с нашего 617-го постановления, подписанного Минихановым еще в далеком 2002 году. Параллельно шло создание сайта закупки ГОВ, центрального сайта, то, что сейчас называется «Единая информационная система». ЕАИС, ага. И это тоже, в общем-то, перепев нашей системы АИС госзаказ РТ. Сейчас... действует 44-й закон. Я отношу себя к противникам этого закона. Еще на стадии разработки я вхожу в группу людей, которые сопротивлялись принятию этого закона. И даже тогда Рустам Нургалеевич сказал, что надо совершенствовать, а не менять. Ну, совершенствовать, а не менять. Но, тем не менее, тогдашнего президента убедили Медведева, я имею в виду Дмитрия Анатольевича, убедили, что вот примут новый закон и наступит рай на земле. Рай не наступил. Не очень удачный закон. Но, как говорят юристы, если тебе не нравится закон, у тебя только один выход. Да, изменить свое отношение к нему. Закону. Да. Если можешь. Поэтому да, надо его выполнять. Но, тем не менее, есть и положительные вещи. К положительным вещам... Я отношу то, что с 1 октября вступает в силу та поправка в 44-й закон, которая переводит в электронный вид не только аукцион,
но и остальные все способы. То есть конкурс, запрос предложений, запрос котировок. Они тоже будут в электронном виде. Они тоже будут на электронных площадках. В связи с этим в июне прошел очередной отбор площадок. Вот в этом списке, который утвердило правительство, агентство госзаказа, опять первое обозначено. Площадок стало 8. Вот мы начинали втроем, сейчас площадок стало 8. Как вы конкурируете друг с другом? Мы конкурируем, ну как вам сказать, как фортепиано и рояль с роялью, как конкурируют? Конкурируют исполнители. Исполнители. Рояли все одинаковые, их отобрали по шаблону. Все площадки созданы по единым требованиям. По объему заказов вы вот из, значит, какой процент? Нет, я не могу похвастаться. Перетягиваете? У нас порядка 4,5% рынка. Стоит задача сделать 6%. Это максимум, что мы можем сделать. Но мы развиваемся, так сказать, связи развиваются. У нас сейчас очень тесно с Дагестаном. Мы вошли в Сахалин, в Крым. Есть у нас, конечно, входы, надо развиваться. Вот я очень надеюсь на сотрудничество с Нижним Новгородом в связи с тем, что наш представитель появился в Нижнем. В Нижнем, да. Все строится. А Москва, Яковлевич, там же тоже много наших представителей. Да, но в Москве свои две площадки. Это, знаете, я спросил замминистра финансов России, был разговор, все сидели, все 8 площадок, был такой сбор. И Алексей Михайлович Лавров исключительно умный человек. И вот на этот вопрос я ему сказал, Алексей Михайлович, подскажите, что бы я мог такое сделать, чтобы Сергей Семенович Собянин размещал не на своей московской площадке, а на нашей татарстанской. Вот чтобы. Он сказал, да. А вот, например, чтобы Собянину сделать, чтобы Миниханов размещал на московской площадке. Какая опасность? То, что понятно, что руководитель заинтересован, чтобы его закупки проходили максимально экономно, да, максимально с хорошими поставщиками. Он же понимает, что возможен коррупционная составляющая. Если он, организация сама организует площадку, значит и люди, которые работают админами этой площадки, они получают зарплату в этом и могут влиять каким-то образом на результаты торгов. Да, дело не в руководителе. Я далек от мысли, что руководитель. Я об этом и говорю. Но вокруг этого крутится такое количество народа, что лучше, чтобы площадка была анонимной от коллектива закупщиков. Помните, Рустам Углевич всегда говорил, уберите, значит, оставьте одно окно. И уберите значит, людей, чиновника и человека. Конечно. Но там же получается так, что они сами себе вредят, и смысл организации вот этих площадок. Да, кстати, вот по Татнефти, там же такая же ситуация? По Татнефти, да. Ну, Рустам Нургалиевич, во-первых, уже дал Маганову, значит, поручение, и уже было совещание в Татнефти. Маганов проводил переводить закупки на нашу площадку. Они пробуют. Но понятно, что это не одним днем, но я был на этом совещании, когда Маганов... Но этого не случилось пока. Пока не случилось, но это переходный период. Ну, Слишком много интересов. Слишком много интересов. Ну и вы же знаете, вы сами руководитель, от того момента, пока дал распоряжение, до того момента, пока оно исполнится, есть целый отдел контроля, поручения, выполнения, значит, контроля исполнения поручений. В чем еще может быть ваше преимущество вашей площадки, Яковлевич, кроме того, что вы независимы? Нет. Или это самое главное преимущество? Нет. Наше преимущество заключается в том, что правила работы федеральных площадок с точки зрения информационной безопасности и с точки зрения, главное, контроля. Контроля за деятельностью площадки. То есть вот наша площадка, как и другие 5 федеральных площадок, вот эти новые 2 еще не подсоединились, новые 3, я сбиваюсь в счете. Наши 5 площадок федеральных, старых, все, каждая подключена к независимому регистратору. Это такой черный ящик, вот на самолете есть черный ящик, это наш черный ящик. И при малейшей жалобе, при малейшем подозрении, этот ящик опечатан
значит, печатями силовиков, ФАСа и Минфинансов. Они вскрывают, и там записан каждый шаг. В этом черном ящике записано. И если бы мы захотели что-то вмешаться в процесс, там это записано. То есть запись голоса пилота была бы отражена. Даже действие поворачивания головы пилота. Да. Ни у одной ведомственной площадки этой системы контроля нет. А раз нет системы контроля, то называется в русском языке бесконтрольность. Понятно. Вот что отличает нас и нашу площадку в частности. Потому что можно говорить о разных сервисах, можно говорить об автоматизации голосового сопровождения, можно говорить о красивом дизайне интерфейса, можно говорить даже о скорости прохождения информации, но все вторично, оно не влияет. Влияет контроль за результатами, надежность, обеспечение участнику победы. Ведь когда мы создавали эту систему в самом начале, мы исходили из простой, так сказать, логики, что все должно быть просто. Продукт идентифицирован, продукт одинаков, заказчик хочет купить вот конкретный стул, стол, скамейку, фотоаппарат, и кто за этот конкретный фотоаппарат сдаст меньшую цену, значит, запросит меньшую цену, с теми заключат контракт, причем цена включает в себя стоимость доставки. Не получилось. Начались условия, начались заказчикам давать возможность прописать. А вот этот фотоаппарат такой, но только в белом футляре. Тогда появился термин «заточка». То есть вы знаете, покупатель, знаете, что у вашего любимого поставщика есть такой фотоаппарат, но с коричневым ремешком. И вы пишете «с коричневым ремешком», а у никого больше нет. А ФЗ не регулирует разве? А ФЗ не регулирует. Вот 44-й закон тем и не хорош. Хорошая новость заключается в том, что мы думали-думали, и на этих принципах, о которых я говорил, как должно быть, мы сделали в республике биржевую площадку. Биржевая площадка – это разработка 2016 года. И она втянула в себя то, что я говорил. Продукт идентифицирован. Заказчика, но пока мы говорим только о закупках до 100 тысяч рублей. Вот те мелкие закупки, где 44-й закон дал нам право изобретать. Ведь вы же понимаете, что за пределами Садового кольца умных людей нет. Поэтому закон, принятый в пределах Садового кольца, должен выполняться везде без вариантов. И тогда в республике президент принял решение сначала на продуктах питания, а теперь уже и на всех прочих товарах, включенных в детализированный перечень, как сделали. Ну, детский садик не должен закупать коньяк. Поэтому в перечне продукции, которую закупают детские сады, вот там 68 позиций, коньяка нет. Значит, если он захочет купить, я образно говорю, понимаете? Понятно. Мы сделали каталоги потребностей. Мы, это значит, в первую очередь, наш Минфин и Департамент казначейства, в первую очередь, Елефтина Николаевна Кудрявцева, ЦСИ, в первую очередь, Управление Роспотребнадзора Республики Татарстан, в первую очередь, Министерство экономики, ну и мы тоже, сделали вот это, каталог потребностей для всех пяти групп. Бюджетных учреждений. Бюджетные. Это речь о бюджетных. О бюджетах. Для детских садов отдельно, для школ отдельно, для больниц отдельно, дома престарелые отдельно, спортивные отдельно. Для каждого свой набор. Первое. Второе. Мы столкнулись с тем, что когда ты говоришь слово «молоко», то появляется какое молоко? 2,5%. 3,2%. То есть для каждого из этих продуктов пришлось ввести свои коды, идентификаторы. Общероссийский код продукции, он 9-значный, он заканчивается на слове «молоко». Мы сделали 14-значные коды. Молоко топленое, 2,5, в полиэтиленовом пакете пол-литра. Понятно. И тогда мы обратились к рынку и сказали: рынок, мы еще не покупаем ничего, мы вот каталог продукции. А публика, кто может поставлять огурцы соленые? Кто может поставлять?
регистрируйтесь. Но не просто так, а предъявите подтверждение качества, валидности. Ага. И вот когда у нас образовался идентифицированный продукт с подтверждением валидности, мы могли ввести понятие тикер. Тикер – биржевый товар. А поставщик – тикеродержатель. Вот сейчас у нас по 50, по 60 тикеродержателей. И когда они ждут каждое утро, они открывают свои веб-кабинеты, а система им посылает веб-кабинет. Объявился заказ на мясо халяль. 48 часов предложил лучшую цену. У тебя есть 48 часов. Uh-huh. Да, я хочу сказать, что на базе вот этой нашей биржевой площадки появился общероссийский Ростех, сделал общероссийский агрегатор торговли. Это наша биржевая площадка, распространенная с 1 октября на федеральные закупки. Не обидно вам вот разрабатывать ноу-хау, значит, идти вперед, а потом вашими, по вашей кальке делают, значит, площадки и сами ее как хотят используют? Я думаю, что если мы выйдем к госуниверситету нашему, и 100 выпускников университета, у каждого спросим, как фамилия того, кто изобрел колесо, вряд ли кто-то ответит. Понятно. Но когда мы едем на машине, мы не задумываемся. Дело не в этом. Дело же не в славе и не в авторстве. И не в процентах. Самое главное же, что вы не получаете... Нам платят очень хорошую зарплату. Нет, я имею в виду... Наша организация на 100% государственная. Вот я об этом и говорю, Яковлевич. Что все равно своя маржа от участия в организации закупок у вас есть. Вы знаете, сейчас принято... Да, какая... Ну, мы зарабатываем на этом деньги, чтобы кормить. У нас 60 человек коллектив. Сейчас вот станет 80 человек коллектив. Кстати, если кто-то хочет из ваших зрителей поучаствовать в наших кастингах, мы приглашаем... Хорошо. Значит, на сайте АГЗ-РТ это есть информация? Да. Нужна молодая кровь, мы с удовольствием вот возьмем молодую кровь к себе. Мы обязательно дадим объявление. АГЗ-РТ требуется молодая кровь. Смотрите, там-то, там-то. Смотрите, я хочу все-таки ответить на вопрос. То есть достаточно того, что есть, и слава о республике. Много раз предлагали нам переименоваться. Агентство по госзаказу Республики Татарстан, это долго выговаривать. Но я не согласен менять это название, потому что там в этой фразе главное не агентство слово, Татарстан. А слова Республика Татарстан. Вот мир становится более глобальным. И, как вы уже сказали, у вас вся информация о закупках любой бизнесмен из любой точки России, зайдя, может узнать. Не получается ли так, что доля малого среднего бизнеса из Татарстана проигрывает своим конкурентам из других регионов? Соответственно, заказы утекают туда. И наши бизнесмены оказываются как бы у разбитого корыта. Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Он сводится к тому, что должно ли государство субсидировать местных бизнесменов, то есть продавать своим дороже, покупать у своих дороже, чем, скажем, у соседних. Есть расчеты, экономические расчеты, которые говорят, что да, до 6% покупать выгоднее у своих дороже. На 6%. Почему? Потому что второй оборот, вторичный оборот капитала. Но закон не разрешает давать преференции своим. Следовательно, задача вчера на химическом форуме президент формулировал, твоя продукция, он сказал, должна быть конкурентна по цене. Мы на бирже ввели понятие франкопорт. Цена продукта с доставкой в кабинет директора. И вот по такой цене наши должны... Они и выигрывают. Вы учите, каким образом участвовать в госзакупках и побеждать, брать заказы, да, быть конкурентными. И реализовывать. Делать выручку. Какой район самый крутой, у нас с точки зрения? Конечно, Казань. Казань, понятно. А вот потом. Из районов, если я не ошибаюсь, то Балтаси. То есть как должно было бы быть? Казань, Челны, Альметьевск, Елабуга, да?
Угу. Казань, да. И я должен реверанс сделать в сторону Казани. Конечно, я должен реверанс сделать в сторону набережных Челнов. Но когда глава Тюлячей или Рыбной Слободы этим заинтересовывается, и он понимает, что это такая задача обеспечить людям нишу, зарабатывайте, а хоть спекулируйте, купи здесь, продай здесь. Мы сделали ресурс, который называется инвестиционные ниши. То, что мы закупаем для той же стройки, мы закупаем арматурную сетку, а не производим у себя. Угу. Газовые плиты более серьезные. Арматурная сетка – это два рабочих места. Санфаянс. Мы публикуем эти инвестиционные ниши с объемом. Ну, мы же примерно знаем, сколько квартир построим. Значит, сколько унитазов надо. Только на регулируемой стройке. Сколько газовых плит? Что такое сделать газовую плиту, имея, значит, технопарк в Челнах рядом с КАМАЗом? Развитие экономики. И, конечно, у нас огромное знание. У нас знание еще и о том, а что производится в соседней республике. И то, что Левтина Николаевна настаивает Кудрявцева. И сейчас очередную попытку она делает вместе с Фарид Султановичем о создании КОТС, комплексной организационно-технологической системы. То есть мы должны знать все, что мы производим, мы должны знать все, что мы потребляем. Мы должны знать вот эти инвестиционные ниши, технологические цепочки. А звено, за которое потянуть, чтобы вытащить всю цепь, называется госзаказ. Потому что регулируемые заказчики, они отчитываются. И эта информация через нас проходит, через агентство. И мы многое знаем. Хорошо, такой вопрос, чуть-чуть в другую сторону. Вот очень часто критикуются, в том числе и наше руководство, за то, что тендеры в Татарстане проводятся после выполнения работ. Как вы к этому относитесь? Что я к этому плохо что отношусь. С этим делать? Я к этому вполне резонно плохо. Критикуют. Конечно, вполне резонно. По большому счету это преступление, конечно. Чем бы оно ни было оправдано. Надо все делать своевременно. Я говорю про желание заказчика быть уверенным, что школу построят к 1 сентября, а не то, что в мае месяце обнаружится, что это контора «Рога и копыта», что она выиграла контракт, а у нее нет бульдозера, крана и там подъемника, чтобы кирпичи класть. И поэтому, ну, школу же надо построить, людям обещали. А в мае оказывается, что нет стройки. Сколько раз президент на планерках говорит Абдуллину, меняй подрядчика. Меняй подрядчика. Что значит заменить подрядчика? Ну, сдать объект. Процедуры. Это срок, это время. Угу. И я понимаю Ирика Анваровича, министра стройки, который хочет надежными подрядчиками строить. С этой стороны, понятно. Но с другой стороны, ну, надо ждать ступеньки войти в рынок. Если вы организовали фирму, молодой инженер, строитель, то как вы войдете в рынок, если строить будут только надежные? И вот сейчас с Абдуллиным мы делаем новую систему, образно говоря, система ступеньки. То есть, сейчас я скажу на образах. Ну, получить контракт на покрасить скамейки может любой. Угу. Получить контракт на покрасить фасад может только тот, кто 5 раз удачно выполнил контракт на покрасить скамейки. Мы делаем эту систему. У Абдуллина она близка. Вот сейчас уже отрабатываются чисто документы о регистрации. Значит, что нужно предъявить при регистрации? То есть, кроме 2 человек и штемпеля, что у вас еще есть? Даже красить забор, все равно надо зарегистрироваться. Ну, ты не должен быть банкротом. Ну, понятно. Твой директор не должен быть судимостью. Ну, есть общие требования. И мы сделаем, Абдуллин сделает вот эти ступеньки входа в рынок. Тогда будет путь развития. Вот да. Я сам руководитель не самой маленькой организации в республике, и мы сталкиваемся с, значит, необходимостью закупок, да? Но часто бывает так, что подряд выигрывает некая компания, вообще непонятно из какого региона, откуда пришла, вроде бы все данные она
значит, технического задания, которое выставляется, да, при торгах, она исполнила все, дала меньшую цену, объявляется, что она выиграна. Но они ни опыта там не имеют, ни, ну, вообще. И мало того, мне приходится же за них работать, чтобы к 1 сентября, как вы говорите, ввести школу. Мне что, лучше техзадание выполнять? Да. А как, если оно регулируется федеральным законом? Я не могу ввести цвет, значит, для фотоаппарата вот этого штучка, чтобы он с перламутровыми пуговицами или коричневого цвета был. Я вам отвечу. Что делать? Образно. На лекции ваши ходить? На лекции тоже ходить. И вот на этих лекциях я рассказываю о том, как однажды нас привезли на стройку, где к 8 часам начинался рабочий день, но без 10-8 еще не было ни кирпича и ни раствора. Угу. И я спросил у хозяина, я спросил, как это. Он сказал, сейчас привезут, без 5-8 привезут. Угу. И он переводчику говорит, ты, говорит, переведи ему, у него плохой немецкий, он не понимает. Если он не привезет, то по условиям контракта, который я с ним заключил, я его фирму разорю. Вот после этого нашего диалога вы посмотрите на свои контракты, вот с этой точки зрения, вот этой культуры составления контракта. И вообще контрактное дело – это состязание юристов, а нет процедуры на электронной площадке. Электронная площадка – это молоток, которым гвозди забивают. Сначала надо иметь два бруска, которые ты хочешь скрепить, гвозди, которым ты хочешь забить, то есть контракт. Угу. Вы два бруска, себя и его, скрепляете гвоздем, который называется контракт. Угу. Если этот гвоздь из медной проволоки, он держать не будет. Главное – это условия контракта, а второе главное – это залог. Он ведь, заходя к вам, даже по закону должен внести не менее 30% от ответственности. От ответственности. Незнание закона не избавляет. От ответственности избавляет знание закона. Выставляют ли на сегодняшний день в виде заказа предметы роскоши? Помните, скандал с мебелью был несколько лет назад? Машины? Или это, вот как вы говорите, молоко в пакете, в этом? Или это для организации наших регламентировано? На каких машинах ездить? Да, 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 за каким столом сказать. Должен сидеть руководитель? Вот точно регламентировано такой, это или нет? Да. Вот такой же каталог потребностей, как мы сделали для продуктов питания, Левтина Николаевна сделала для всего. Программа не пропустит, если директор садика захочет купить коньяк. Понятно. Это программа не пропустит. Между прочим, я должен отдельные слова сказать про Марата Джавдатовича, про Эльфию Джавдатову. Угу. Это генераторы вот этой работы с точки зрения экономии бюджетных средств. Вот вы человек, ну скажем, с огромным опытом, да? Вы в 2002 году совершенно в другую для себя область ушли. Как вам удалось пройти вот этот вот путь? Что вам помогло? Где вы учились? У кого вы учились? И за счет чего вот этот прогресс у вас произошел? Экономические законы одинаковы для чулочной фабрики и завода КАМАЗ, для ЖЭКа и для агентства госзаказа. Да, конечно. Мне повезло, что совпало. Мой приход в агентство госзаказа совпал с цифровизацией, с компьютеризацией. Тогда не было слова цифровизация, было слово компьютеризация. Оно совпало, и мы все учились. Были ребята, вот, которых я взял в КАИ, которых я взял в КГУ. Они учились именно прикладной математике, программированию. И это были именно специалисты. И, как вам сказать, я не красный директор. Вот красный директор – это человек, который бегает по цеху, подбегает к токарю и говорит, ты неправильно точишь резец, вот так надо точить и показывай, да? Или там подбегает грузчик и говорит, вы неправильно в карты играете. Вот так надо в карты играть, вы неправильно лошадь ходить. Вот так надо, вы фильмы посмотрите, да, он первый становится и, значит, лучше всех пьет водку, играет в карты и точит резец. А руководитель – это ведь как главный врач. Главный врач не должен бегать, заменять собой гинеколога, уролога и хирурга. Да, конечно, мне очень приятно, что ребята, которые работают в агентстве госзаказа, квалифицированнейшие в стране люди, лучшие люди.
У нас сильная группа юристов, кстати, очень сильная. КГУшный факультет юридический, очень сильная группа юристов, потому что на нас в суды подают, я могу похвастаться. То есть наша ошибка стоит 300 тысяч рублей штрафа. Каждая ошибка. 300 тысяч рублей штрафа. Вот за 9 лет работы в качестве федеральной площадки, за 9 лет мы уплатили 3 раза. 3 раза за 9 лет. Я, конечно, спасибо вам огромное за интервью. Вот, надеюсь, еще не раз встретимся.